Амсалама. Я в Баку сейчас иду на Ямаку. Там Ямака такой, всех районов, сел, деревни такие разные. Там Ямака медов. Сейчас туда иду, там мне щеки привезли мой заказ, мед. Мед пятаки такой заказал. Жарко, быстро-быстро идут. И должен забрать сейчас на яму. Они там с разного района, сел, там деревни такие, меды. Как выставляют свою продукцию. Там Ямака. Сейчас там я забил свой заказ, мед я заказал. Шаки. Свое. Они там свое производят. Свой мед очень вкусный. Очень вкусно. Сейчас я этот пиас буду пробовать. И вам потом на вкус расскажу, какой это мед. Ну, это все вкусно. Еще там пятаки. Какой наш называть тоже. Я вам все это покажу. Что я заказал. Это вот сейчас вот там забил. У него заказ, он приехал. Как это на Ямаку, там своя продукция. Представляет там свою продукцию, свою чеки из города. Чеки. Но они это там производят. Это свои, как своя плантация, вся своя пчела, вот эти в районе там своих. Сейчас туда иду на Ямаку. Если что, вам там сейчас покажу. Вот это белая палатка, вот это Ямака. Медов. У нас здесь сладкоежка. Любит мед. И сладости, кто любит. Вот здесь. Это Ямака. Там мой заказ. Парень. У меня вот я заказал там по инстаграму. У него инстаграм есть. Инстаграм есть там. Сайт есть. Как раз там он заказал. И он здесь на Ямаку приехал. Я покажу его, сниму, покажу его продукцию там. Вот здесь. Вон здесь сейчас приеду, вот здесь Ямака, вот это, захожу сюда. Я здесь на Ямаке, вот здесь. Вот это, вот это, вот это голос щеки. Вот, вот эти. Куда не одеты? А ты не одеты, где-то его? Таби Мунда, вот это. Это настоящий чистый это мун. Вот здесь. Вот это ЗФА, такие да, чистые ЗФА, на их не пойдешься. Вот, вот эти. Вот мед. Здесь, смотрите. Разные здесь меды. Я вот такой чистый взял. Он вам покажу. И вот это. Пятаки. Вот это все взял. Купил. Смотрите, еще купил. Как купил. Роза. Вот здесь разный мед, каких один. Может даже заказывать. Я оставлю ссылку и номер. Вот здесь его визитка. Можно видео остановить. Можно у него заказывать мед. Кто здесь живет в Азербайджане, вот щеки вот у него заказывают. Он доставляет Баку. Доставку делает Баку. Номера и инстаграм. Кумишка. Сейчас я вот заказ свой забрал. Дома покажу. Вот разные меды. Где-то на Ямаке. Вот покажу вот этот мед. Вот здесь. Вот смотрите, вот здесь страница. Все, я вышел из с Ямаки. Вот, Ямака здесь осталась. Все, вот такой пакет. Купил, что заказывал мед, я дома покажу, что я заказал, я покажу на Ямаке там садил, вот его снял там, показал вам, где как его по его продукции очень чистое, даже дал попробовать, там все попробовал, очень вкусно, отлично чистое, чистый мед, очень вкусный, дома вам покажу это все, как дома приду, покажу. Вот и дома. Сейчас я покажу, что я заказал. Пятаки. Вот он.
сейчас нужно вытащить. Вот. Это мой заказ. Щеки повез. Это настоящий. Вот, даже мое имя написали. Это, по-моему, я заказываю такой пятой. Они как так кушаешь, очень вкусно, как в Африке. Вот и даже мед. Вот такой. Я буду сейчас, сейчас просто скотчем закрыли. Вот, опять я вам покажу. Потом, вот, мед. Вот он, это мед. Вот такой мед. Вот, чистый, настоящий мед. Когда при покупке меда, когда мед заказываете, подарок хан халва. Халва, шакинская халва, подарок дают. Вот такой халва. Сейчас вам покажу. Вот так вот это. Вот. Вот. Вот так вот. Это хан. Щеки халва, это подарок. Сейчас у нас свет поставлю. Шеки хавасы. Вот это подавляется при покупке этого меда. Вот. Вот это подарок. Тоже все это шеки. Вот это. Вот такие мне заказы. Пошел сегодня забрал, кого щеки привезли. Вот, все. Вот показал, что взял. Когда попу буду. Сейчас буду. Там мне дали попробовать. Попробовал этот мед. Вот я тоже там попробовал. Очень вкусно. Настоящий прям. Отлично. Попробовал. Там дают пробу, такую ложечку маленькую дают, пластиковую маленькую ложку, пробуешь, очень вкусно. Я бы даже там пробовал. Вот я попробовал вот это. Смотрите, сейчас вам покажу. Вот, я сейчас попробовал так, без чая. Вот, смотрите. Очень вкусно. Прям настоящий мед. Да, очень вкусный. Да, попробовал. Вкусно. Вот этот прям шакинский настоящий мед. Очень такой, еще слишком такой сладкий.